28 октября, Бровары, Family Run Club. Самый эпичный и самый провальный забег 2018 года. Участников заблудились на маршруте, потому что организаторы не выставили на всем отрезке пути ни одного волонтера. Я заблудился в том числе. Я регистрировался на 10 километров, но в итоге пробежал целых 18. После 10 километра приходилось включать свой внутренний навигатор, чтобы выйти из Броварского леса и хоть как-то найти, где же этот финиш. Мои 10 километров в Броварах превратились в полумарафон, потому что я свернул не туда. Сейчас где-то, наверное, уже пробежал километров 12. 16 километр. Уже стреляю из второго колена. Чуть-чуть один раз остановился, потому что колено сильно болит. Ну, буквально прошел там 15-20 метров. Побежал дальше. Ну, раз что-то начал, наверное, надо доводить до конца. Вот он финиш. Не знаю, сколько пробежал. 18 точно! Ну что, идем за медали. Музыка! Поздравляю, молодчинка! Конечно же, были и приятные моменты. Детские забеги. Когда твой ребенок, несмотря на то, что он самый маленький и бежит самый последний, но он искренне радуется и он по-настоящему счастлив, когда прибегает на финиш и получает свою заветную медальку. Горжусь, что являюсь частью этого клуба.